В рамках профилактической недели борьбы с экстремизмом сотрудники УМВД России по Ленинскому городскому округу встретились со студентами колледжа «Московия». Полицейские объяснили ребятам, насколько опасно может быть неаккуратное использование социальных сетей. Ведь по статистике именно там злоумышленники вербуют молодежь и настраивают на противоправные действия. Это у нас будет с вами плачевным исходом. Очень плачевным. Дети, попадающие в зону критики, будут забукалены. Вы меня слышите? Забукалены. Будет взята у вас не только отпечатки пальцев взяты будут, но и еще слюна. И будете наравне стоять с особо опасными преступниками. На экране в этот день демонстрировался видеоролик о недопущении какого-либо проявления расовой и религиозной нетерпимости. Сотрудники ОМВД попытались донести до студентов, что сплоченность и единство – наиболее правильное жизненное кредо. Полицейские напомнили ребятам об административной и уголовной ответственности за проявление экстремистских настроений и рекомендовали аккуратнее относиться к своим социальным сетям и общению с малознакомыми людьми.